Падение второй ступени ракетоносителя через несколько минут после старта в Якутии могли наблюдать жители Вилюйского района. Там сейчас находится делегация, в составе которой экологи, общественники, глава района и журналисты. Мы все здесь видели падение вторая ступень. Согласно принятого плана, сегодня будет летать два беспилотника. А радар, который запечатлел и фотографировал, будет изучать в течение часа. Потом включаются данные поискового беспилотника, который ночью будет летать и завтра будет летать. И послезавтра поисковая группа на вертолете Ми-8 будет летать и вытаскивать эти остатки части ракет из тех мест, где точные координаты указаны.